Как подписать декларацию с семейным врачом? Выберите по вашим личным критериям учреждение или врача. Вы можете воспользоваться советами знакомых или посетить ближайшее учреждение и узнать там о врачах. Проверьте, можно ли подписать декларацию в выбранном медучреждении. В этом поможет наклейка «Здесь можно выбрать своего врача». Возьмите с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если нужно подписать декларацию для ребенка до 14 лет, возьмите свидетельство о его рождении. Обратитесь в регистратуру медучреждения и сообщите, что хотите подписать декларацию. Уполномоченный работник медучреждения, работник регистратуры, медсестра или врач, введет ваши данные в электронную систему. На мобильный поступит СМС с кодом. Сообщите этот код работнику учреждения. Из электронной системы распечатывается декларация с вашими данными. Внимательно проверьте, все ли ваши данные правильны. Если нужно, работник заведения внесет изменения и распечатает декларацию еще раз. Подпишите два экземпляра. Один забираете с собой, другой остается в учреждении. Работник учреждения подтверждает вашу декларацию электронной подписью и отправляет в электронную систему. Теперь вы в электронной системе здравоохранения. Национальная служба здоровья Украины гарантированно направит деньги в ваше заведение вашему врачу с июля месяца. Если остались вопросы, звоните 1545, бесплатный со всех номеров.